Утро воскресенья несколько сотен актюбинцев решили провести с пользой для здоровья. У парка первого президента вот-вот должен был стартовать массовый велопробег, приуроченный к дню рождения города и Международному олимпийскому дню. Сегодня олимпийский день, поэтому мы хотели привлечь внимание горожан к данному мероприятию, поскольку он является главным стартом четырехлетия. Дабы поддержать олимпийцев, мы сегодня решили провести этот велопробег. Здесь были все – профессиональные велосипедисты и любители, люди старшего поколения, много молодежи и даже четырехлетние малыши. Школьники, студенты, учителя, чиновники, бизнесмены и депутаты. Каждый со своим двухколесным другом и зарядом энергии. И каждый со своей маленькой целью – испытать свои силы или стать примером для остальных. Я приехал из Шалкара специально, чтобы принять участие в велошоу. Работаю учителем физкультуры в местной школе. Своим участием хочу подать пример своим ученикам, ведь это так важно – соблюдать здоровый образ жизни, заниматься спортом. Мы участвуем, чтобы поддержать Казахстан, чтобы знали, то, что есть велоспорт все-таки в стране и что он представляет собой. Все. Ну как, для того, чтобы принести славу Казахстану и пользу. Чтобы все знали, что казахстанские велоспортсмены самые лучшие. Чтобы доказать свою любовь к велосипедам не только на практике, но и в теории, участникам веломарафона нужно было ответить на вопросы спортивной викторины. Лучших знатоков истории велоспорта поощряли призами от имени футбольного клуба «Актубе», шарфами с символикой любимого клуба. Потом минутная готовность, на старт, внимание, марш. Протяженность велосипедного марафона составила 6 километров 790 метров. Участники во главе с руководителем горспорта Евгением Гончаровым, выехав с парка, проехали по проспекту Абылхайрхана, где свернули на проспект Алии Молдагуловой. Надо сказать, что от зрелища захватывало дух. Далее, согласно маршруту, колонна велосипедистов проехала улицу Исет-Батыра до проспекта Абая, откуда вновь выехала на главный городской проспект. В круг участники велошоу вернулись в парк, где многих из них ждали болельщики. Здесь же прошло награждение ветеранов спорта. Побывал на празднике спорта и поздравил велосипедистов глава города Бекбол Сагын, правда, пока в роли зрителя. В будущем Аким обещал принимать в таких мероприятиях непосредственное участие. Это и многим тоже массовый спорт, а также компании, которые это здоровый образ жизни. Давайте пожалеем дружно участников. Число участников увеличивается, если в прошлом году отлично. Участвовали где-то. Мы продолжаем. Более 170 участников, в этом году уже количество участников спорта, тоже увеличивается. Чемпион Центрального это говорит союза, о том, что все области, ведет здоровый образ жизни. Асия Кинжалина, Жаслан Жубаев, программа «Факт».